Как становятся президентами? Особых секретов у Надежды Жуковской нет. Говорит, главное любить то, чем ты занимаешься. А она без ума от динамики, ритма и музыки. 7-й год Жуковская возглавляет региональную федерацию фитнес-аэробики Краснодарского края. Проводит соревнования и развивает этот вид спорта. Собрали все члены федерации, тогда это были региональные представители в каждом муниципальном учреждении. И как бы согласованно избрали меня на должность президента. Найти в жизни правильную дорогу помог именно спорт. С самого детства Надежда решила, что спорт прочно войдет в ее жизнь. С 6 лет спортивная гимнастика, потом аэробика и фитнес. Спорт помогает достигать цели в жизни, ставить конкретные цели, а не летать в облаках, оценивать себя реально свои возможности оценивать. Ну, то есть спорт – это та база, те критерии, которые, наверное, человеку необходимы в характере, чтобы добиваться целей. У нее множество медалей, кубков, грамот, но самое запоминающееся – чемпионат мира в Праге. Конечно, когда ты уже увидишь этот уровень, вот он, мировой уровень, хочется соответствовать, хочется стать настоящим спортсменом, показать результат. Ну, как бы планка такая высокая, и к ней всегда нужно стремиться. Воспитанницы мечтают быть похожей на Надежду и перенимают самые лучшие ее качества, стремятся подражать своему идеалу. Хотя на тренировках никому спуску не дает. Мне нравится в ней ее целеустремленность. Этот человек может добиться всего, чего захочет. Я уже прошла курсы тренеров. Я помогаю работать своему тренеру, я помогаю ей тренировать наших младших девочек. В будущем планирую тоже стать тренером. У Надежды весь день буквально расписан по минутам, но она находит время и для других не менее любимых занятий. Путешествия по миру, знакомство с интересными людьми и чтение литературы помогают ей расти духовно. Это главное предназначение человека, считает Надежда Жуковская.